Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Вот так вот, из-за того, что, короче, у нас заглючил у меня ХС и как бы оборвалась запись, теперь вам придется смотреть 4 части. Но я их выложу все сразу, гамузом. Так что, в принципе, и, наверное, аннотации сделаем там, переходить между частями. Ну, короче, я думаю, найдете там. Не проблема вам будет их найти. Вот, так, давайте вот этого механа-гоблина уберем. О, печать королей, божественный щит, освещение. Все, короче, у нас есть для победы. Так что пым-пырым-пы-пым. Вот там паучара выглядела. Выглянула. Сидит такая, зырит паучара. Вот же ж паучара. Мы эту паучару побьем. Побьем паучару. Побьем. Паучару. Да и потом, если б я... Ну, чё ты это тугодум? Можешь сдаться, мне 7 побед уже с головой хватит, чувак. Вот я только что видео пишу, а так да зажрись ты своей победой этой. Что ты тут хочешь? Так, я, короче, сейчас отходил, уже долго тут думаю. Чувак, наверное, думает, что я не хороший человек. Ну ладно, не суть. Ну, чувак, извини. Извини. I'm so sorry. Чё сейчас будешь делать? Вот эти меня бесят. Так бесят эти. Так, ладно, давайте вызовем, наверное, нашего вот такого чувачка. Сами пойдем ему в морду стукнем. В принципе... Ничего такого страшного пока не произошло. Ну да, и он, как я и думал, он от этого ударит, чтобы апнуться, но я потом его убью. Надеюсь, если он сейчас ничего с этим не сделает, там слово тьмы. А он, походу, ничего не сделает. И в чем смысл был? Ну ладно, ок. Ок, короче, дело твое. Оружие на изготовку, ребята. Оружие, ребят. Блин, он просрал кольцо света. Я только сейчас вдуплил. Он просрал кольцо света, чтобы... Что? Ты просрал кольцо света. Для чего ты это сделал? Сейчас еще раз... Подождите, слушаю внимательно. Ты для чего сейчас это сделал? Так, вот он вернулся, мой чувачок. И что, ты его теперь будешь убивать или как? О, а этот возвращается с божественным щитом. Вот это круто. Я это не знал, честно. За короля. За короля. Там-та-дам. Там-там-та-дам. Там-та-дам-там-там-там-там-там. Ой, как хорошо, если ты стукнешь героя. Стукни, пожалуйста, героя. Да нет, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да нет! Да, скотина, мразь, паскуда, тварь. Ну ладно. Скотина, мразь, паскуда, тварь. Так, все, убили. Убили этих чуваков. Кстати, на самом деле, вот в такой ситуации он неправильно убил моего. Мне было выгодно размениваться, поэтому, ну, я как бы на следующий ход по-любому бы разменивался, ну, по логике. Что? Слово тьмы? Боль? Слушайте, против нас вообще какой-то неадекват играет, жуткий. Он просто всякую хрень творит. Непонятную. Вот. И я даже не знаю, что сказать тут. Тут все понятно, что он непонятный, неадекват. Ладно, не суть. Чё ты там? О, жрица испёр. Он пошел меня атаковать. Шикалакалакабум-бум-бум. Бум-шикалакалакабум, сеньорито. Я, короче, вот так вот убью сейчас. Вот так вот убью. Теперь выставлю, наверное... Вот такого вот чувачка, а тут убью... Вот я не знаю, вот эту, ну, наверное, надо вот эту жрицу убить. Потому что того мы всегда успеем убить. Ну, кстати, по картам-то у нас одинаково. Ну, хотя как одинаково.
Особо я бы не сказал. Что это за тотем? Эй, уйди. В конце вашего хода восстанавливает 4 единицы здоровья вашему герою. Ну нормально, чё, а чё? Нормально, чё, а чё? О, сейчас мне карту дадут. Сейчас мне дадут карту. Я тебя пум-пум-пум, ты меня пум-пум-пум. Мы вместе дыш-дыш-дыш. Так, я вот не знаю. Можно, короче, на вот этого сейчас чувака кинуть. Ну, печать, да? И, короче, вот так вот убить, да? Вот, и теперь, как я даже не знаю, как вот стукнуть, наверное, вот этого, чтобы он разменялся. Просто наш этот тотем все равно нас сейчас похилит. Так что нормально. Вот, он пусть разменивается на этот тотем. Разменюйся на тотем, скотина. Разменюйся на тотем. Во, нормально, разменялся. Так, он крошера выставил и захилил себя. Ну, я думаю, очень, короче, в тему сейчас будет, знаете, как сделать? Выставить вот этого. Ну, сейчас посмотрим сначала, что за карту возьмем. Может, мы какую-то хорошую возьмем. А, ну, кстати, молоток. Давайте добьем. Блин, вот овца, вот это, конечно, ему фартануло. Бэби, Я вот не знаю, единственное, что я думаю, вот если сработает прок вот этого, когда этот умрет. Хотя этот тоже умрет, но, наверное, не сработает, да? Да, не сработал. Призывает на поле боя случайное существо за 4 маны. Нифига вы типы там вообще все. Давай этих. Все нормально. Ну, вот теперь ты пришел, антибожественный щит. Ты б, если бы раньше пришел, так все бы пучком было. А так, конечно, все не совсем. Так, ну 3 урона мы пробиваем вот этой. А, ну все, ничего больше не ходил. 3 урона мы пробиваем вот этой картой. Кто теперь там придет? Щитоносец Аргуса. Дай хрен на него. Пойдемте в морду ему чистить. Наверное, надо просто выставить. Ну, я, наверное, вот этого за 4 выставлю, еще маленького. Призову. А на следующий ход мы как раз штормградовца поднимем. У нас там апнутся те, кто сейчас переживут этот ход. Вот. И нормально будет, короче. Ну, не знаю. Посмотрим. В любом случае. Духи не знают усталости. Что? Ты такую замену сделал? Меняет местами атаку и здоровье. Так, ну Волджин это, конечно, да. Плюс 1 к здоровью, апнул его, да? Слушайте. Ну я все-таки сделаю вот так. 6-6 хочет, пусть разменивается. Я вот просто не знаю, нам сейчас что... Не, ну нам, наверное, все-таки выгодно убить этого Волджина. А вот так размениваться невыгодно, я пойду вот так вот. А вот теперь у него большой выбор. Ему... Ну, он, наверное, убьет этого и захилит его. А, у него даже слово «тьмы смерть» было. Блин, скотина. Ладно, ничего страшного. Ну, естественно, захилит его. Да. Так... О, а миротворец, слушайте, а миротворец на него же не сработает, да? Миротворец не работает на этого чувака, я вот точно не помню, но вот смотрите. Миротворец, да, он не работает, но я это знал, как бы, я просто... Ну, чё вы... Не... Ладно, мы идем пробивать дальше. Пусть он его там как хочет хилит. Пусть у меня кого хочет убивает. Он так по одному существу будет убивать. Мы его, блин, быстрее пробьем. Да, вот хреново, что миротворец не работает на этого чувака. Да иди нафиг с такими апами, блин, выпадают ему. Че там, заказывал специально почтой Магадана? Хочешь, блин, поиграть? Хочу, блин, поиграть с огнем. Так. О, провокатор.
Так, сколько у нас урона? 4, 6, 9. 10 урона стоит на доске. Блин. 10. Можем занести 2 вот так. Остается 6. А, тут нет, тут надо 3. Ну вот эту трешку. Вот. Бляха медная. Вот, бляха медная. Так, дайте прикинуть, если он 6 плюс 8, это ж он убьет, да? Нам по-любому надо снимать сейчас хотя бы одного. А лучше двух. Давайте вот так снимем для начала. Ну и получается вот этих всех в этого. Вот так снимем. И одна шестерка. Теперь все зависит от того, какие ему и мне будут приходить карты. Мне будут сильные приходить, ништяк. Ему будут сильные приходить, хреново. Ну вот Лепрогном в данном случае это, кстати, сильное. Ну вот мне искупление пришло. Оно нафиг не надо, по сути. Ладно, мы убьем сейчас всех. И вызовем вот так. У него 13 карт, у меня 9 карт. То есть по картам он как бы впереди. По жизням он впереди. Но у нас есть искупление. Ну вот, ему пришел Громила. Еще он себя может хилить. Это тоже очень важно. Ему пришел Громира, мне пришел Дракончик. Ну, давайте побольше целей для Громилы выставим. Надеюсь, Громила сейчас не пробьет по моему герою. Вот, а пробьет по ком-нибудь другом. Воу-воу-воу! Воу-воу-воу! Слава богу, по герою не попал, отлично. И искупление прокнуло. В принципе, да, у Громилы-то 50% всего-навсего. То есть нам может вести так 10 ходов подряд. Вообще изи-бризи. Вот, туда божественный щит. Кстати, я не знаю, можно попробовать убить Громилу, но я пока не хочу. Мне кажется, нам пропрет. Но нам тут только на удачу, по сути, надеяться остается. Только вот на удачу. Опять же, 6 урона в героя это еще не конец. Ага, там слово тьмы. А, его нельзя. Опачки! Ай, как хорошо! Ай, как хорошо нам прет. Так, я вот думаю, теперь Громилу надо будет убрать. Ну, мы, благо, теперь его сможем убрать. 3, 2 и 1. Теперь вызываем своего Громилу. Нормально, мы... Вот, ну, сейчас единственное, у него по картам большое преимущество. Но мне кажется, там слово тьмы боль было, потому что он навел его на моего дракона, хоп, и не получилось. Чё бы он еще туда наводил? Контроль разума, твою мать! Вот это кося, вот это кося, вот это кося, вот это... Нормально вообще, нормально мы импами воюем. Импами воюем. Вот, кстати, сила паладина круче, чем сила этого. И у нас 5 карт, нам надо убить его раньше. Блин, раздражатор, прям как на заказ ему карты. Ну, сейчас посмотрим, может нам что-то хорошее. О, и нам как на заказ. Так, ну я думаю, раздражатора есть резон убить. И себя захилить на одну, как бы, единичку. Так, отлично. У нас полный отряд импов стоит. И, в принципе, мы уже, можно сказать, его убьем. Ну, нет. 4, 8, 9. Но если он еще захилит, да, не убьем. Так, ну, хмелевар это меня не интересует. Я даже пару импов отдам, чтобы убить хмелевара. Просто 4 карты, 4 хода. Но мы за 4 хода полюбас должны убить. Ну, опять же, неизвестно, что ему придет там. Вот, ну. О, маскиров... Ну, это все, это чувак, это я. Ну, теперь ты даже если захилишься, я думаю, любого таунта я пробью. Хотя не любого, но... Ну, ты не маг, 10 урона у тебя на руке нет. Да, все.
Он тут никак не скрылся. Так, ну отлично. Это какой у нас счет сейчас получается? 8-1, да? Идем дальше на аренке. А я не помню, сколько у меня максимум. А надо посмотреть. Сейчас вот и тут же ключ пишется. По-моему, у меня 9 было. Может, и 10 было, я не помню. Ну, 9 полюбас было. Сейчас мы посмотрим, какой. Вот у меня сейчас такой с коронкой ключ, по-моему. А что там за следующий? Я не помню, честное слово. Может, и 8 у меня было максимум. Так. Вот этот хороший чувак, щитоносца тоже оставлю, а вот скрытого убийцу уберу. Рыцарь крови. Нехорошая комбо-бомба. Чуйка подсказывает, что мы сейчас проиграем. Ну да ладно, не буду загадывать. Посмотрим, как оно получится. Ну вообще же давно пора как бы проигрывать. Колода-то фуфлыжная. Мы и так далеко с этой фуфлыжной колоды зашли. Хотя вот искупление пришло, можно повесить. И на следующий ход сыграем вот этого чувака, он его убьет, а он возродится. Мы две карты возьмем. Мне кажется, хороший размен искуплением. Ой, я только что сапог! Только что сапог! Вот отмотайте на секунду назад, я кликал и только что сапог прокликал. Реально выпал сапог здесь, и я по нему кликнул. От блин, а? Это пасхалка. Тут может выпасть сапог скрытого убийцы. Второй раз мне уже выпадает. В прошлый раз я его не закликал, а заскринил и отослал админу. Ну, админ. Ну, Нилис, короче, Демен Труди. Админ же моего канала. Блин, раздражатор. Вот хреново. А я сейчас, короче, своего вот этого... Стоп. Нормально. Я просто хочу, чтобы он убил. Вот, слушайте. Нормально мы сперли у него этот шнягу-то. Егошнюю. Просто я хочу взять две карты. У него как бы 7 карт. У нас по картам, ну, беда. Вот. И нам нельзя ему давать сейчас перевес по картам. Вот понимаете, в чем хрень вся. Поэтому я не хочу ему... Ага, равенство он играет... Блин! Это он сейчас этого... Вот скотина, все-таки не дал. Ну ладно, зато так 3 урона ему больше в морду прилетит. Вот же зараза такая, а? Ладно, давайте таунта поставим. Этих прикроем, чтобы они долбили тогда хоть по чуть-чуть. Ой, а он хитрый, он по-любому этого не убивал, потому что чекнул, что у меня здесь искупление висит. Вот видите, тут уже какие чуваки играют. Умные. Ой, ну сумеречный дракон, я тебя умоляю, засунь его себе в попень поглубже и проверни там 3 раза. Ненавижу эту карту. Ее обычно чернокнижники берут, она там практически во всех колодах чернокнижников есть. Типа они ж там карты набирать могут быстро. И типа все ничтяк у них. Так, ладно. Выставляемся по максимуму. Надеемся, что у него нет. Да я даже эти 2 урона поставлю. Просто пан или пропал. Если у него сейчас какая-то массовая зачистка, то мы проиграли. Если ее нет, то хрен он зачистит. Ну, давай, жги. Есть освещение, нет освещения. Давай. Я играю ва-банк. Чувак. Вот пан или пропал? Ну, что там у тебя? Там равенство ты играл. Давай, играй равенство. Равенство меня вообще не пугает. Вот лишь бы освещения не было. Что-то он думает. Ну, печать королей он явно не хочет вешать на дракона. Это не актуально, как бы. Что-то он думает долго. Ну, я не знаю. Блин, владыку смерти скотина сыграла. И еще, небось, и такую же шня... Ну, кстати, я не думаю, что там... Ну, наверное, он ложись сыграл, да? По-любому там ложись. Так, а у кого у нас 3 урона? Ну, ты у нас стратегический чувак, поэтому тебя нельзя терять.
Вот даже если ты сейчас обложись... А, нет, ну ты не обложись, ударился. Так, ну давайте вот так вот почистим этого чувачка. Вот спасибо тебе, чувачок. Вот спасибо тебе, чувачок, слушай. Я даже сейчас не пожалею вот этих вот. И вот так вот поставлю, чтобы моего этого апнуть. Слушайте, неплохо получилось. Вот это вот он косякнул с секретом. Два существа упало. Блин, ну у него хорошие, конечно, что касается таунтов, у него все нормально. Так, ну мы сейчас зато карты наберем. На. Так, дракономеханик. Так, ну теперь как лучше? Наверное, все-таки я ударю вот так. Не будем фанатично. Давайте еще возьмем. Так, вот иступление я сыграю, естественно. Так, сыграю. Ну, нормально идем, вроде бы неплохо, слушайте. Вообще ништячок. Если у него сейчас зачищать нечем, а у него, скорее всего, нечем, иначе он бы давно зачистил, то... Чувак. Да. Все, спасибо, что неплохо. Вот тут видно, что человек там приятный сидит. Так, вот такой... Не, был такой край. И, по-моему, даже морозный ключ был. Вот, да, ледяной ключ — это 10 побед. Вот, это самый, как бы, который крутой у меня был. Слушайте, вот бы перебить его. Ладно, давайте я тогда эту часть на этом закончу. И в следующей части уже по-любому будет финал, я так думаю.